Итак, друзья, всем привет! Стало известно, как будет выглядеть видеокарта GeForce RTX 3090. Вот так вот. И видно, что она процент вебскал на 30 больше, чем RTX 2080. Что же нам будет известно? Ну, во-первых, два кулера. Один с этой стороны, другой с обратной стороны видеокарты. Да, будет, это уже все, я думаю, знают. Значит, графический процессор будет называться GA102, 5248 ядер CUDA. Память может составлять где-то от 12 до 24 гигабайт GDDR6X. Пока непонятно, сколько конкретно. Цена будет в пределах $1400. То есть, известно даже цена $1400, это точная информация. Также, друзья, вот такая вот новость. Я не знаю еще, что добавить. Вот, собственно, и все. Ссылка на статью в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.